темноте и с опасными соседями. Жители Лузы жалуются на нашествие волков. Сегодня в Лузе стая волков напала на рыбака. Об этом сообщили местные жители. О состоянии мужчины пока ничего не известно. А до этого дикие звери загрызли несколько собак на окраинах. Люди боятся выходить на улицу, ведь в городе практически нет освещения. Елена Шарыгина связалась с жителями Лузы и узнала, как они выживают по соседству с волками. Такого нападения люди боялись давно. По словам местных жителей, численность волков уже зашкаливает. Жители рассказывают, что диких животных в лесах не отстреливали несколько лет. К тому же в городе масса несанкционированных свалок, которые привлекают санитаров леса. Только вот эти санитары уничтожают не больных животных, а вполне здоровых. Например, у жительницы Лузы волки утащили с цепи домашнюю собаку. Позже тело, точнее кости животного, люди нашли в нескольких сотнях метров от домов. Это первый год такой что-то какой-то. Ну, как бы в этом году, может, снегу немного, и волк не может добыть, и, наверное, ближе выходит населенным пунктом за собачками, потому что собаки легко же взять. За год отстреляли 10 волков, причем большинство уничтожили охотники по своей инициативе. И эта цифра капля в море, считают местные жители. Количество хищников намного больше. И они не боятся у людей и совершенно спокойно заходят в город, в котором, кстати, практически нет освещения. Активисты даже устроили своего рода флешмоб, сделали перекличку неосвещенных улиц. Примерно половина улиц города каждый вечер погружается во тьму. Улица Заречная. Около универмага. Все фонари повыключены. Вышла на улицу Зои Космодемьянской. Улица Маяковского. Улица Нагина. В местной администрации, в свою очередь, отчитываются. Восстановление освещения идет, но очень медленно. Оправдание традиционное – денег нет. 5 лет назад составляли смету, требовался 1 000 000. Сейчас эта сумма выросла в разы. Чиновники предлагают жителям проявить инициативу и начать освещать улицы самостоятельно. У нас администрация говорит как? Вы начинаете делать, а мы чем можем, тем поможем. Что касается освещения, вообще всего, чего касается в городе, наша администрация выражается вот только так. То есть вы начинаете делать, а у нас будут денежки, мы вам поможем. Будут что-то, мы вам поможем. Остальное мы уже не видим. Люди не готовы освещать за свой счет городские улицы и нанимать охотников для отстрелов хищников. Они боятся за себя и за свою жизнь, ведь волков меньше не становится. Голодные, они разгуливают по городу, а жители, в том числе и дети, каждый день на свой страх и риск возвращаются домой в кромешной темноте, где за каждым поворотом их может ожидать дикий зверь. Возможно ли решить проблему с нашествием волков и как? Обсудим вместе со специалистом. У нас в студии заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Вы сейчас сказали, что пока официальная информация не подтверждается, да, по Лузе? Ну да, действительно, информация к нам не поступала. Мы пытались ее проверить по своим источникам. Пока подтверждения нету, то есть ни там в МВД, нигде такой информации нету, ни в больницах. И хочу отметить, что информация о нападении людей на волков на людей поступает к нам практически ежегодно. Мы все случаи проверяем. К счастью, вся она пока не подтвердилась. То есть прошлый год была информация по Мурашинскому району о нападении волка на грибника. Поэтому она тоже не подтвердилась. К счастью, там оказалось, что был контакт с собакой. Поэтому, естественно, этот случай тоже будет тщательно проверен. И мы надеемся, что все-таки это не совсем, скажем так, достоверная информация. То есть люди путаются, да, не могут собаку от волка отличить. Тут там, понимаете, какая ситуация. Естественно, вот то, что люди рассказывают, это неприятная вещь. И возникает такое определенное нагнетание ситуации немножко. То есть люди в панике, чего-то боятся, живут в страхе определенном, и поэтому вот любой такой случай, он немножко, может быть, иногда искажается, немножко раздувается, и в итоге вот на выходе мы имеем такую ситуацию. Но исключать, конечно, ничего нельзя. Ну вот собак загрызли, вряд ли собаки собаку бы... Нет, этот факт проверяли, он подтвердился, то есть действительно там подошла стая волков в количестве 5 особей, и необходимо отметить, что охотники на следующий же день выехали, организовали охоту, 2 волка были добыты, к сожалению, охота это такая вещь, она не гарантирована, поэтому вот всех не удалось добыть, но то, что реагирование происходит и волки добываются, это действительно так, причем не только в Лузском районе, в целом у нас по области в этом году добыто рекордное количество волков, 287 на сегодня, для сравнения за прошлый год 230 было добыто. А с чем это связано? Популяция растет? Ну, тут комплекс мер, то есть и все-таки численность достаточно высокая, это обусловлено тем, что у нас растет численность лося, других животных, и волки, соответственно, это тенденция, что они следуют за ними.
ними численность растет, скажем так, и хищников. Но и помимо этого у нас действительно работа по отстрелу волков, она очень активизировалась. Тут и правительство области приняло определенные меры, то есть ввело на законодательном уровне поощрение охотников, которые добывают волков в общедоступных охотничьих угодьях, льготными разрешениями на добычу лося, кабана и медведя. То есть охотник, который добыл волка в незакрепленных угодьях, он получает на льготных основаниях разрешение на охоту на лося, медведя и кабана, чтобы как-то компенсировать затраты. В закрепленных угодьях, которые закреплены за охотхозяйствами, там поощрение идет силами охотпользователей. То есть вот таким образом мы можем контролировать популяцию того же волка, например? Мы стимулируем охотников таким образом на охоту на волков. Это очень дорогая охота. Еще мы понимаем, что вот этот же взять Луцкий район, там она очень тяжелая, нету там каких-то дорог особых, там снегоходную технику проблемно использовать. Если использовать флажки, то приходится очень большие участки леса вложить, большую протяженность флажков. Это все очень трудоемко, тем не менее мы понимаем и вот те угрозы, о которых люди говорят, тот ущерб, который им причиняется. Естественно, мы принимаем максимальные меры, чтобы как-то обезопасить людей и вот исключить эти факты. К сожалению, полностью их исключить пока не удается. Еще по поводу Луцкого района хотел отметить, что работа у нас в области, она все-таки ведется, но Луцкий район, вы знаете, что это крайний район на территории области, он граничит с Республикой Коми, там, с другими регионами, и как раз практика показывает, что на стыке регионов эта работа ведется не всегда достаточно, и по этому же Мурашинскому району могу сказать, что когда там волков активно стреляют, подходят тут же волки с соседнего региона, с Республики Коми. И там еще взаимодействовать с регионами. Да, получается. Мы опять же такую работу как бы выстраиваем с соседними регионами, с госорганами, но не всегда, скажем так, там могут они тоже оперативно реагировать и так далее. Ну, примерная численность, вот, допустим, того же волка, мы знаем эти цифры, они есть? Да, у нас ежегодный проводится учет, и понимаете, численность это же не статичный показатель. То есть, если у нас весной после сезона охоты она минимальна, то летом происходит размножение волков. Волк это достаточно плодовитое животное, такое пластичное очень к изменениям окружающей среды, и к осени снова его численность вырастает. Вот если говорить цифрами, то если у нас официальная численность по волкам порядка там 300 в области, то экспертная оценка как раз вот максимальная численность, которая у нас возникает в области осенью, это порядка 500-600 волков. И хочу отметить, что в целом это даже вот эта численность, она не превышает установленных федеральных нормативов. Тем не менее, как бы мы понимаем, что все равно, раз такие факты происходят в северных районах, то принимаем меры для того, чтобы снижать численность волка всеми доступными способами. Вот если предположить, в каком случае дикий зверь вообще может выйти к населенному пункту? Вот как это происходит? Для чего? Ну, происходит, заходит он туда, чтобы получить себе пищу, и тут еще необходимо отметить такой важный момент, что зачастую вот в этих северных поселках люди не уделяют достаточного внимания правилам содержания собак. То есть вот заезжаешь в любой северный поселок, собаки бегают без привязи по поселку и так далее. Естественно, это тоже является приманкой для волка, потому что собака это легкая добыча для него, а когда волки уже попробовали, скажем, вот эту легкую добычу, уже им становится и психологически легче потом в следующий раз ходить по поселкам и как-то вот добывать себе таким образом пищу. А может их отпугнуть тот же свет, допустим, да, освещение на улицах? Вот говорят, там в Лузе проблемы с этим, вот, нет хорошего освещения. Как бы такая практика есть, да, действительно, тут больше психологическая проблема для людей, что они быстрее волка заметят, меньше боятся ходить по улицам. Волк, если он захочет, он и по освещенной улице проходит, и такие факты есть. Там прошлый год видео такое было нашумевшее, может быть, видели, как в Подосиновском районе по освещенному мосту волк идет в свете фонарей, то есть он... Не боялся. Ну, мы видим, что это все индивидуально, и у волка, у разных особей разное отношение к человеку в той или иной степени страх больше или меньше. Еще я хотел добавить, что это вообще проблема не только нашего региона, на самом деле, это вообще российская проблема. То есть смотришь все время вот эти охотничьи порталы, то есть аналогичная проблема даже, наверное, еще в большей степени, это Республика Карелия, Коми, там, Архангельская область, то есть вот все северные регионы, где вот такая проблема существует, везде есть как бы вот эта проблема. Вот мы сегодня спросили кировчан в нашей группе ВКонтакте, как можно решить проблему с волками. Вот подавляющее большинство, 57%, отвечают, что нужно премировать охотников за добычу волка. Вот понимаю, да, действительно, это одна из самых действенных мер. Вот мы сегодня уже говорили о мотивации охотников. К сожалению, вот сейчас средств мы не можем пока изыскать, и там, скажем, из бюджетов различных уровней. Поэтому изначально мы вообще обращались и в федеральные органы с просьбой и разработать какую-то федеральную программу. Раз это проблема общая, то может быть какого-то софинансирования. Часть средств будет выделяться из бюджета области, часть средств федеральных. Но и работа у себя, то есть и с муниципалитетами. Вот, может быть, слышали, в Апаренском районе, пусть минимально
нормальное, но какого-то вознаграждения охотникам выплачиваться. Вот. Мы там пытаемся разрешениями поощрять. И на следующей неделе как раз будет у нас видеоконференция с главами муниципальных образований. И опять вот встает вопрос по волкам о необходимости вот как раз формирования каких-то фондов, там, источников для поощрения охотников. Это действительно так, просто мы все понимаем, что, ну, средства нужны для этого. Спасибо большое, что пришли, ответили на вопрос.